запускаем такой интересный проект с Mercedes G-класс новеньким. Юбка на задний бампер, спойлер на крышу, хорошо всем известный, самый популярный. Также будет спереди люстра с фонарями, накладка на капот агрессивная и передняя юбка. Интересный штрих. Многие владельцы геликов не хотят, чтобы сзади была запаска. Мы сделали вот такую интересную накладку, которая закроет отверстие, которое здесь находится, и будет очень элегантно смотреться.